Всем привет, меня зовут Максим, канал GG Family, продолжаем Uncharted 2 среди воров. А у меня гранат нет? У меня и пистолета нет, да? Да. В натуре ничего нет. Надо по стелсу, походу, здесь размотать их. Как бы это сделать? Нашли что-нибудь? Не-не-не, ничего не нашли. Мне нужна пушка. Нужна... Мне казалось, пулька. Монстр рукопашного боя. Блин, я хочу их вообще всех уж... Ну, нет, так не получится, конечно, ушатать всех. Всех-то не получится. Прям по стелсу, потому что они друг на друга смотрят. Сейчас подумаю, как пограмотнее это сделать. Наверное, как-то так. Блять, ни у кого не убил, ну серьезно. Так, а где мой пестик? А ты, у него пистолета не было? Серьезно? Держать ухо востро. Пистолет туда улетел? Такое возможно? Наверное, да. Наверное, такое возможно. Смотрите! Сесть! Еще один. Все, сначала это. Вылечится. Путь свободен. Водонапорной башни. Подожди. Надо забраться наверх. Начало сокровища. Ты поражена? Я их всех победил. Я бы выразилась немного иначе. Так, что-то было еще. У дробовика сколько у меня? 4 патрона всего. Ну нет, надо тогда менять. Тут все-таки 60 будет. А так дробовик тоже неплох, на самом деле. Что за звук? Слушай, а ты сможешь там мне коробку скинуть, а? Я думаю, да, сможет. Я ее подтолкну. А, либо здесь вот. Что-то видишь? Там пожарная лестница, но я не достану. Ладно, подожди секунду. Ладно. Когда залезешь, столкни ее вниз. Что за музыка? Вот так. Эй, смотри, что я нашла. Пистолет? Бля. Вот это ты молодец, конечно. В чем дело? Заперто? Черт, заперто. Конечно, заперто. Она чем-то с другой стороны. Да, да уж, хорошо быть стыкачем. И открою ее. Это очень мысль. Смешно. Я в этом цехе клон, но в клетке сидишь ты. Назад. Почти. Ну вот, теперь попробуй. А, мне куда? О, нет. А, ты мне скинешь лестницу какую-нибудь? Черт. Да, я вижу. Так, лев, слева или справа? Блин, думал, лампа загорится. Ай, блядь, ай, блядь. А, бля, попади. Рано, да? Чё? Кто это сказал? Ух.
Да не убил, что ли, еще? Нет. Есть. Кажется, это все. Бля. Куда, куда? На другую сторону. Бля, со всех сторон, ты чё, пацаны? Все, живем. Она мне нифига не помогает, на самом деле. Нифига не помогает. Ты выгляни, нет? Голову свою. Заманал. Конец. Ладно. Я чуть не убили вообще-то здесь. Там, кстати, вон что-то лежит. Хочу туда вернуться. Поехали. Плохо для прошлогодней модели. Давно об этом мечтала. Окей. Окей. Пока все собираем, идем. Ой, гранатки, наконец-то. Тут бы гранатки вообще помогли. Не надо было. Ой, там тоже вначале, да, гранатка есть. Но я не буду возвращаться уже. Хотя, чего бы нет. Давай вернемся. Тут, в принципе, идти очень-очень близко. Тут еще и пистолет. А, тут УЗИ. Да, наверное, тогда с УЗИом пойдем. С УЗИом. Так, а куда она ушла? Подожди, вот, подожди. Наверх куда-то? А, лестница есть. Лестница есть, а я такой. Есть, получилось. Не высовывайся. У тебя есть запасной план? Сейчас придумаю. Вон Хлоя. Флинн с ней. Передумал? Нет. Так. Они вот-вот отправятся, надо торопиться. Я пойду туда один. Нейт. Стоп. Послушай меня. А ты пока пойдешь вон туда и уведешь один из этих... Внедорожников. Mm. Обеспечим транспорт. Я проберусь туда, схвачу Хлою, а ты заберешь нас. На угнанной машине. Да, на ней. Да, поняла. А ты? Я понял. Марш! Порядок? Оу. Да. Так, осторожно. Ладно. Увидимся, когда... Ну, когда увидимся. Ну, давай. Окей, мы, значит, тут летим. На УЗИхе. Люблю. Это я так проверяю. Я проверяющий поездов. Так, а подожди, а куда? Так, а... Куда идти? Охотник за сокровищами. Новичок. Окей, спасибо. Спасибочки. Куда идти-то? А, может, вот эту подвинуть? Корыто? Точно. Не корыто, а тележку.
ни хрена не видно. Надо подняться, посмотреть сверху. Куда еще выше? Это поезд. Это поезд, да. Я не знаю. Должен же быть выход. Так вон там выход. Если я туда пройду, то что мне это даст? Телегу нельзя толкать? Есть. Можно в поезд залезть. Я заведу эту колымагу. Так давай. Только как? На, вот так вот. Поехали! Я не подумал. Ау. Вот тебе и ау. Отлично, Найт. А, ну оружие до хрена. Я понял, сейчас будем стреляться. Это не привлекло внимание. Совершенно нет. Надо что-то быстро сделать, что? Тихо. Отлично. Бля, сзади кто-то едет. Ой, далеко. Надо снайперку. Берем. Окей. Да блин, со всех сторон, пацаны. Ну, здорово, ну привет. Так, опять где-то? А где? Откуда? Хватит стрелять в меня. В голову. Бля. Серьезно, это что такое? Только этого мне не хватает. Ушел, а Елена куда-то пропала. Че там? Че это? Че? Самое время. Скорее! Так я бегу. Влезай. Влезаю, погнали. Как в старые добрые времена, как в первой части, прям тот же джип, та же Еленка. Да, на абордаж. Что? Я запрыгну на этот поезд. Ты рехнулся? Подвези к поезду, я прыгну. А зачем только спрашивала? Делай, что говорю. Ну, знакомые джунгли. Что бы нет. И как ты собираешься выбираться оттуда? Соображу по обстоятельствам. Ну, конечно. Так, поехали. Ага. Еще чуть-чуть. Уже почти. Просто. Давай! Прыгай! Надо поближе, блин, подъехать сначала. Еще и дорога закончилась, серьезно. Ну, спасибо, Ленка, спасибо. Так, глава 13, путешествие. Ладно, давайте на этом тогда закончим. Блин, прикольные разворотики, заворотики сюжета пошли. Гораздо интереснее, чем в начале все было. Прям такое повествование набирает оборот и становится очень интересным. В общем, с вами был Максим, канал GG Family. Надеюсь, что вам понравилось и вы поставите лайк на это видео.
Также подписывайтесь, жмите колокольчик, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, ссылочки все в описании. На этом пока все, всем пока, до новых встреч, пока-пока.